Да, отработка бокового движения для тех, кто, скажем так, кто если травмирован, кто свеж, кто слаб и кто силен. Кто силен, да. Кто симулянт. В общем, любимый стиль борьбы, по сути, всегда был придержать бок, придержать кисть и надавить на бок. Вот, по сути... Самая хорошая борьба, так кто сопротивляется, чугурки? Не, ну максимум, чтобы ты проработал. Чтоб именно руку почувствовал. У меня здесь так давит, можно знать, вот так сделаем. Вот так, так оба. Вот так будет нормально. О, сейчас вообще чувствую руку. О, а если без добавить, вообще. О, вообще класс. Поехали. Поехали. О, хорошо. Потом можем на другой чуть угол. А, можем вообще угол на трицепс заходить, но я трицепс стараюсь не это. Значит, чуть побольше поставим, и все. Двадцатку там, допустим. Еще пятюню. О, как будто в связках. Стоишь? Угу. О, вот, класс. Да куда там разогрелся? Уже загрелся. Забился. Килограмм. О, класс. Нихера себе. А, точно, я думаю, что-то не то пошло. Куда-то не туда. О! Ну, тут никому не удобно. Пушка, а? Надо добавлять. Добавлять надо? Ах, давай добавим. Я же, в принципе, мне же бороться. А ты позавчера мы боролись? Да, мне не с Давидом бороться на левую. Мне бороться с людьми на правую. Давид уже теперь терминатор. Да, давай вот так. Давай немножко, да. Видимо, помягче чуть-чуть. Тогда в сам узел с тобой что-то схватили его, да. Погнали. О, вот здесь вот прям, ух, вообще. Шикарно. Шикарно. Сопротивляешься, нет? А? Хоть пытаешься хоть что-то делать? Нет. Это прям стандартный. Любое упражнение, по сути. Смысл вот этого упражнения контролировать именно со старта центр и попытаться перевернуть пронатор соперника. Перекрыть пронатор. А? Перекрыть пронатор. Перекрыть, да. То, что делать? Можно вот прям делать чуть контролем в трицепс. Вот это боковая часть. Можно и натянуть верхом. Можно по-разному.
Что скажешь по поводу блока? Слушай, ну болит давление такое реальное. Я бы сказал, надо все-таки измеритель этот поставить, как цифровой посмотреть. Но сильно давит. Я не думаю, что здесь, конечно, вес будет больше, чем там, сколько, 40 поставил. Больше, чем 40. Но здесь конкретно 40 будет. То есть есть блоки, которые вроде как прямой, но почему-то усилия меньше. Вот у меня тоже дома блок. Прям вот 100%. Вот даже такое ощущение, что вот 30 где-то делаю легко. Дома 40 еле, дома 30 еле делаю. Удивление, у тебя то же самое. Прям очень жесткий блок. Ну, хороший блок. То есть, как сказать, 100 здесь делаешь, значит, перекроешь давление в 100 килограмм. А так как у нас 100 килограмм никто не бронирует, значит, если ты здесь делаешь 100 килограмм, можно с любым бороться. А кто бронирует, это мухляш больше всего, который показывает. Если стольник бронирует, то мухляш, да. Я думаю, реально бронировать килограмм 80-85, потолок. Я вот чисто. Чисто, просто амплитудно. А, я думаю, 90 можно сделать через палец на луч. Можно сделать. То есть пронатор статики чисто сделать, чтобы он завис. Но соточку, я думаю, только вот, наверное, вот пропускать, чтобы он конкретно заходил. О, хорошо. Кисть мягко так идет, хорошо. Вот все, ручка тебе нравится? Все креатин. Нет, она нормальная. Она хорошая, она нормальная. Она выкручивает, ее нужно пальчиками прижимать. Вот, она не скользит. Ну, по этим параметрам класс. Знаешь, я изобрел одну штуку. Надо запатентовать, кстати. Надо запатентовать и просто потом продавать ее. Это некий инструмент, который делает настолько правильное давление сверху, там, снизу, откуда хочешь. То есть ты можешь, допустим, качать бицепс, ты можешь по такой амплитуде прокачивать, и у тебя всегда будет давить правильно. Это вот, я не знаю, вот так вот получилось, что я методом научного тыка наткнулся на выполнение данного упражнения. Ну, в связи с тем, что у меня опять один тренажер, и мне нужно было прокачивать определенные вектора. Вот, когда мне сказали, что я с кем-то все-таки поборюсь, вот, я вот такую тему изобрел. Вот. И прям устройство, оно небольшое, получается два фиксатора, там блочок один специальный, вот, но нужен к этому, конечно, еще один тренажер. Я, кстати, показывал, но почти никто не понял, что я показал. А ты видел, Денис хороший это сделал, рукоблуд? Что делает мозг? Мозг записывает информацию. Как он ее записывает? Если ты отсюда делаешь усилия, отсюда, вот с такого положения, он с этого положения активировать кисти будет на 100%. Если ты делаешь усилия вот с такого положения, с ровного, со стартового, мозг научится отсюда активировать весь потенциал кисти. Так как мы постоянно, я смотрю, даже то же самое, вот Акимба, они вот так вот прокачивают, то есть они ее отваливают. Поэтому пальцы у нее держат, а на соревнованиях смотрел, у него отваливается кисть вот здесь, отваливается. Ну, можно же начать с прямых кистей. Вот так вот? Но опять же, повторюсь, то давление, которое ты можешь оказать правильной прокачкой вот здесь, кисти, ты там не окажешь вот здесь. То есть у тебя пальцы все равно, это больше на пальцы нагрузка. Ну это реально больше на пальцы. То есть ты придержал, у меня такая тоже история была. Только называлась она как бы не рукоблуд, а как это там, по-моему. Тренажер Соцкого или как там. Ну, звучит красиво, честно скажу. Вообще, рукоблуд, как раз это надо вот этим ребятам, которые там это, блудка выгоняют, да. Вот, 50. Вот, уже тяжело. Уже пальцы еле держат. Не держат пока еще. Все.
Так, на самом деле, папки ты берешь, заматываешь ее. Прям тебе понравится. И вот так палец сюда, не сюда, не обхват, а ручка вот. Прижимаешь вот этими чисто пальцами, и все. И большой палец тоже напрягается. Он здесь как бы не особо напрягается, он вообще здесь почему-то наоборот. Ну, смотря как давит. Не, он чуть продавливает, но он прижимает просто здесь. Ну, он фиксирует положение кисти. Попробуй. Кисти. Поставить меньше, нет, нормально? Да. Вот попробуй. Перенеси пальцы. Угу. А, так. Ага. Понял, да? Угу. Прикольно. Ощущения другие. На бицепс, на бок слегка. Да. Кисть, бок, бицепс. Я вот не могу мне нижним бороться. Ну, я могу нижним бороться, но мне просто вообще настолько неудобно. Вот. А вот все, что связано с верхом, с пронацией, с верхним, ну, с верхним бицепсом, без средней прям вообще кайф. Не, у меня внизу вот прям нормально. А у тебя нормально держать, да? У меня просто нет его. Я не знаю, есть, но не такой прям. Попробуй, кстати. Понравится. Поставь поменьше. Единственное, знаешь? Поставь. Да, ставь. Окей. Укай, чего там. Просто чуть-чуть подзабили. Нормально. Я вот постоянно тренируюсь, тогда у меня кайф. Попробуй палец выкинь. Не получится? Да. Попробуй. Интересный такой нюанс. Я нижний. Нормально. Ну, это вообще конь здесь. Богатырский. А как зовут Блуда? Не Виктор Блуд или как там? Ну, Виктор, да. Виктор. Вот у меня вот в этих положениях, где-то придерживал внизу, вот это движение тоже очень, вот пронация нижняя. Положение тоже у меня работает хорошо. Как раз пронацию делаем тоже чуть-чуть там на разике. Просто покачаем. Не знаю, как называется. Вот. Ну, ну что ты мне рассказывал? Нормально ты качаешь? Нормально ты что качаешь? Сделай еще это, у тебя есть капотеля как раз.